Тем временем американцы тайно поставили атакамс. Мы научимся с ними разбираться, будем их сбивать. Это... Но речь о другом. Речь совсем о другом. Речь о том, что американцы считают, что им все можно. Кстати, я вам так скажу. Они поставили атакамсы. Все, что нужно, всем врагам Америки надо поставить. Всем. Любое оружие, которое им нужно. Чтобы ни одной точки на земле не было, где под ногами у этих неоколониальных тварей не горела земля. Вы хотите убивать русских людей? Вы подставляете оружие? И вы надеетесь, что вам это сойдет с рук? Любое оружие, которое нужно Северной Корее, Сирии, кому угодно, кто является в этой войне нашими союзниками или ситуативными союзниками. Должно быть поставлено все, чтобы ни один американский солдат, находящийся на чужой территории, как захватчик, как они находятся, например, в Сирии, или угрожающий, по мнению Северной Кореи, их территории, чтобы он не чувствовал себя в безопасности. Хотите убивать русских? Думаете, вам это легко сойдет с рук? Не надейтесь, твари. Не надейтесь. Не надейтесь. Черный флаг был поднят над могилой Розави Хорасани, Иран. Это призыв к войне или мести. Вы вообще понимаете, что будет? Если начнется мировой джихад. Короче, понимаете, что будет, когда сотни миллионов мусульман по всему миру скажут всему этому проклятому сообществу шайтанов, сжигающих Коран, убивающих мусульманских женщин и детей. Вы вообще понимаете, что будет с этими безбожниками, либеральными по всему миру? От Швеции до Вашингтона, от Квебека до Брюсселя. Вы вообще понимаете ужас, который может наступить на планете Земля, если начнется религиозная война? Хоть кто-то это способен осознать? При этом я еще раз повторю, я не знаю, кто нанес удар по больнице. Но я знаю, кто отменил милосердие и справедливость. И это все вот эти натовские твари и их союзнички. Телеграм-канал Соловьев. Погода. Страшное, конечно, утро, страшная ночь. Просто страшное. Сплошное лицемерие и подлость. С погодой-то что происходит? Здравия желаю, Владимир Дольфович. Но, конечно, не перестаешь удивляться этому уровню цинизма, это человека ненавистничества какого-то, который просто какой-то проказой одолел весь так называемый Запад, вот, и всех, кто под ними лежит. И, к сожалению, израильтяне в этом смысле... Мягко говоря,